Друзья, здравствуйте. Зацвела у меня целогина Адаарти. Ну, наверное, просто мечта. Наверное, как и многих коллекционеров. Появилась у меня эта деленка благодаря Светлане Деминой. Большое ей спасибо. Растение просто великолепное. Для меня было просто открытием, что она очень сильно пахнет. Пахнет очень приятно какими-то дорогими духами. Описывать я не умею. Пахнет даже интенсивней котлей. У меня не было времени заснять. Думаю, ну, если доцветет, сниму. Цветет она у меня уже неделю. Вот такими вот цветами. На фоне, конечно, коричневого горшка ей не очень смотрится. Может, я потом пересажу в белый. Цветение у меня это первое. Она вырастила, выращивает рост, и оттуда выходит такая початок, как называю, с цветоносом. Очень похоже на цветение аспираты, как выходит цветонос. Цветок, ну, относительно крупный. Я думала, что будет мельче. Я попробую поднести руку. Вот такой размер цветочка. Сидит она у меня в смеси. 50% коры и 50% мха. Особенность этой целогины также, наверное, как и у аспираты, потому что у меня вот здесь, это вот, вы видите, взрослое растение, листья. Чем отличается целогина Адаарти внешне от других? Она имеет очень темную ботву и имеет как волосочки на ней. Она очень шершавый листик. А внизу у меня стоит Адаарти, которую я когда-то покупала, типа взрослую. Что особенность, тоже я сейчас посадила ее правильно, ее нужно сажать глубже, чтобы корни были, вот рост заглублен, как у морковок, иначе она корни скидывает. Целогина одна из которых очень быстро скидывает корни, поэтому нужно правильно соблюсти полив. Ну, это уже я наученная на этом растении, поэтому с этим растением у меня уже проблем не было. Вот она растет один рост, второй рост пустой, не дал. Ну, я и надеялась, бульбочка относительно маленькая была, поэтому она и не дала цветонос. Но растение прекрасное, цветы прекрасные. И я теперь понимаю, почему очень многие за ней гоняются, собственно, как и я это делала. Ну, вот такое вот цветение прекрасной целогины. Одной, наверное, из фаворитов целогин у многих коллекционеров. Еще немножко красоты. Вот такая вот милая целогина. Пока-пока!